2023 год. 9 сентября. 09.09.2023. Афоризм дня на сегодня такой. Дикция – это то, что отличает ораторское искусство от разговора с самим собой. Я, кстати, по-моему, продемонстрировал только что пример разговора с самим собой. Вследствие отсутствия памяти, а не дикции. Да, написал я этот афоризм 2 января 2010 года. Дикция – это то, что отличает ораторское искусство от разговоров с самим собой. Мама, а Демосфен в меня камнями плюется. Это, по-моему, из той же оперы у меня.